История предприятия «Гефест» началась в 1951 году с небольшого брестского ремонтно-механического завода с 4 цехами и 59 работниками. В 1958 году здесь началась большая история в производстве газовых плит, ведь именно тогда предприятие выпустило их первую партию, что ознаменовало начало снабжения ими потребителей по всей стране. Сейчас предприятие, произведшее миллионы кухонных плит, вышло на мировые рынки и является одним из флагманов экономики города, области и страны. В состав группы компании «Гефест» входят головное предприятие «Брестгазаппарат», «Гефест Техника» и «Гефест Кварц». Всем известно, что успех предприятия и качество его продукции может осуществиться исключительно при отлаженной работе каждого из цехов предприятия. Одним из основополагающих для «Гефеста» является инструментальный. Это самое начало производства. С уверенностью можно сказать, что без него невозможно производство продукции предприятия. В цеху работает 148 человек. Здесь каждый четко выполняет свои функции. Основная задача инструментального цеха – это изготовление и ремонт оснастки. Что в себя включает оснастка? Это штампы, пресс-формы, приспособления, режущий и мерительный инструмент. С помощью этой оснастки, штампов, пресс-форм, приспособлений производится наша продукция – газовые плиты. На предприятии регулярно внедряются высокие технологии и новейшее оборудование, что позволяет ему не уступать лучшим мировым компаниям, производящим бытовую технику. Но что все эти технологии без человека? Ведь именно человек – мощнейший интеллектуальный ресурс любого предприятия. Без подготовки высококвалифицированных кадров это оборудование не сможет выполнять возложенные на него задачи. Поэтому основным сейчас моментом, конечно, является подготовка кадров. И кадры у нас решают все. Более 50% работников у нас имеют стаж 20 и более лет. Последнее время мы активно сотрудничаем с Брестским университетом, набираем ребят после колледжа машиностроительного. Особую ценность составляют сотрудники с многолетним опытом, старожилы производства. Именно они преданно служат делу десятилетиями и помогают в обучении новых кадров. Одним из таких является Николай Свиридюк, заточник в инструментальном цеху, отдавший 27 лет любимой работе. Профессионал своего дела. Он много лет с энтузиазмом подходит к своей работе, вкладывая в нее много сил и чувств. Но отличный результат не заставляет себя ждать. Мои сверла, мои фрезы очень хорошо работают и в нашем цехе, и в других цехах. И мне это очень как бы доставляет это радость. Я чувствую, что мой выбор и в этой профессии не напрасен. И я знаю, что я тут нужен. И я вижу, что и со мной все общаются, и со мной все советуются. Приходят и технологи, и мастера. И мне нравится моя работа. На «Гефест» я устроился примерно 4 года назад. Изначально было очень много вопросов. Николай Игнатьевич меня обучал. Все вопросы, которые были, я задавал ему. И он без проблем на них отвечал, показывал, рассказывал, что как делать. Обучил меня сначала на один станок, потом на второй. Ну и сейчас мне уже гораздо легче это все делать. И то, если есть какие-то вопросы, мы без проблем к нему обращаемся. Он подсказывает. Инструментальное производство уникальное, и люди, работающие на нем, тоже уникальные, ровно такие, как Николай Свиридюк. Их особенность в том, что они не делают все по накатанной. Это не просто физический труд, а в первую очередь интеллектуальный. Каждый день это изучение чего-то нового. Оснастка, она каждый раз разная. То есть у нас не крупносерийное производство, а можно сказать единичное. Поэтому каждый штамп и форма отличаются друг от друга. И люди у нас каждый день, приходя на работу, делают детали, которые для них совершенно новые. У нас не массовое производство, то бишь человек приходит на работу, он берет чертеж, и для него это новая деталь, он заново ее изготавливает. Мы сами составляем программы, и сами все, и вводим там техпроцессы, и вводим данные, и компьютер все рисует, и мы потом это все передаем на машину, и машина сама все делает. Где не кинься, везде компьютеры, везде новые технологии. Мы тоже пытаемся внедрить что-то новое. Мы не стоим на месте, мы каждый год что-то придумаем, что-то новое пробуем. Быть профессионалом в любимом деле и бесконечно развиваться, шагая в ногу со временем – жизненное кредо Николая Свиридюка. И, быть может, в этом и заключается его счастье.